В округе День физкультурника был отмечен множеством соревнований и турниров. На площади перед Дворцом спорта «Триумф», мастер-классы, открытые тренировки и интерактив со зрителями. Подробнее расскажем в нашем следующем сюжете. Спортивное утро началось со встречи с двукратным бронзовым призером летних Олимпийских игр, гимнастом Антоном Голоцуцковым. Наставление от профессионального спортсмена для юных воспитанников секций. Для того, чтобы добиться результата, необходимо просто любить спорт, заниматься любимым делом и ставить перед собой цели и задачи. Главное, чтобы был хороший тренер, хорошая школа. Здесь все это есть, для этого все возможности созданы. Поэтому надо просто заниматься спортом и любить его. Тогда и будет результат. Вообще нужно жить спортом. Это правильно. Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян представил программу по сценическому экстриму. Силач отбуксировал на горку машину весом 2,5 тонны, одновременно надувая до разрыва медицинские грелки. Силовой номер с трюковыми элементами – еще один сюрприз праздника. Сергей Агаджанян предложил поучаствовать зрителей скрутить сковородку в трубочку или сломать стальной стержень. Пробовала, но не получилось, не хватило. Вообще очень круто, спасибо большое за такой праздник. Номер, конечно, смешной. Я, конечно, не хотел навредить моему коллеге, да. Вот. Но мы знаем то, что Сергей Агаджанян – это сила и мощь. Вот. Но я надеюсь, то, что я ему грудную клетку своими 100 плюс килограммами не повредил. И на здоровье его это не повлияет. Он будет такой же здоровый, сильный, красивый и оптимистичный. С праздником! Я думаю, что этот праздник касается каждого человека в нашей стране. Тем более наш президент поставил большие высокие планы к 2030 году, чтобы 70% нашего населения занимались спортом. Всего в городском округе Люберцы занимаются спортом, профессиональным и любительским, более 180 тысяч жителей. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.